все участники клуба, в который никто не хотел бы вступать. Представители разных культур, возрастов, каждый со своим опытом. Нас тысячи, и мы боремся с продолжительными симптомами COVID неделями, а то и месяцами. Симптомов много, среди них есть и наиболее распространенные. У некоторых симптомы могут проходить, тогда как у других они возвращаются. Мы до сих пор очень больны. Мы сталкиваемся с нуждой вернуться к работе, к уходу за семьей, вернуться к нормальной жизни. Но до сих пор есть что-то, не позволяющее нам сделать все это. По всей видимости, никто не способен ответить на наши вопросы или дать нам утешение. Станет ли нам лучше? Появятся ли долгосрочные последствия на нашем физическом и психическом здоровье? Что с нашим состоянием? Поствирусное утомление, или мы до сих пор инфицированы? Буду ли я способен заниматься тем, что делало меня счастливым, как и прежде? Можем ли мы обнимать своих близких, или мы можем заразить их? Необратимы ли последствия? Я умираю? Мы не знаем ответов на эти вопросы, поэтому мы кричим о помощи. У каждого из нас своя история болезни, но многие чувствуют себя брошенными, игнорируемыми. От нас отмахиваются и дают противоречивые советы. Людям, окружающим нас, сложно понять наш недуг. Вся эта неизвестность пугает. Наша численность растет, и мы нуждаемся в том, чтобы нас воспринимали всерьез. Нам нужно восстановление. Нам нужны исследования и признание нашего недуга. Мы нуждаемся в том, чтобы нам поверили, помогли и отнеслись к нам с пониманием. Услышьте нас.